Значит, хочу сказать, что у меня две аффилиации. Я работаю в Амазоне, и также я работаю part-time в Украинском металлургическом университете. Вот, и я считаю, что те, кто думает о магистра, точнее о том, что получить магистра, у нас есть хорошая программа выбора данных, Data Science. Вот, пожалуйста, посмотрите наш вариант. Да, ну, небольшая биография. Я разработал, я писал но он себе, кто вообще такой? С тех пор, если ты представляешь, меня зовут Артём. Я родился в Киеве, закончил там 45 лицей, потом я учился в Московском техническом институте, в СИР. Вот, потом я вернулся в Киев, и когда я был в Сибири, и как бы какое-то время, значит, я учился в аспирантуре, занимался гостями, потому что сразу время и параллельно работал в разных прикладных проектах, тоже делал практически. Вот. На один проект был хороший такой вопрос, зачем поступать в аспирантуру? Вот я для себя такой нашел ответ, потому что когда ты занимаешься чем-то интересным, например, то есть нейросетями, и тебя раз не спрашивают, зачем ты это делаешь? Вот просто потому что тебе интересно, это не производит впечатления. А если создать лучшую диссертацию, то становится понятно. Вот. Проблема в том, что через какое-то время начинают спрашивать, ну, когда же ты защитишься, приходится все-таки это делать. Вот. Ну, как же делать? Все имеет свою цену. Значит, да, сейчас я работаю в Grammarly, занимаюсь обработкой естественных текстов. Вот. И также вот по УГУ у меня небольшой курс по нейронным сетям. Итак, а теперь, собственно, по докладе. Доклад у нас будет такой, я бы сказал, научно, точнее, образовательно научный. Внутри образовательность. Вот. О том, как построить систему моделирования текстов по-английски from scratch. Литературный перевод на русский, на украинский, на слово «набери». В аннотации используется слово PyTorch. PyTorch действительно немножко будет, но в принципе это вообще как бы from scratch, то есть подразумевает, что мы вот, рассмотрим детали, как это работает, изнутри подработаем. В этом основной смысл на идее. Конкретно мы будем рассматривать такую, можно сказать, мейнстримовую схему, условно можно назвать BSTM, CRM, CRF, которая показывала полгода назад качество стрелоза. А сейчас это качество немножко ниже, чем стрелоза, но, скажем так, по соотношению цена-качество, в принципе, ну, это очень такая выигрышная модель. Вот, значит, ну, как бы, я тоже расскажу, как бы, мотивацию, почему я это занимаюсь. Значит, для начала, то есть мы посмотрим проблему, задачу, которая решается, а потом, собственно, каким образом измеряется точность. Данная задача это немного нетривиальный вопрос. Вот. И будем детально рассматривать эту схему и аспекты, и модули, как это работает в отдельности, как собирается единое мышление. Да. Ну и наконец посмотрим вопросы скорости и эффективности. Задача. Итак, проблема тегирования последовательности. Вообще, в данном случае мы говорим о проблеме последовательности, которая является последовательностью слов. То есть последовательности слов, которые в теле. Вот задача. То есть у нас есть входная последовательность, которая n слов, или только x, вот в синем цвете обозначено. И у нас есть некая выходная последовательность, значит, скаляр, x это вектор, или это скаляр, который означает принадлежность данного вектора на одному и небольшого количества классов. То есть, по сути, нам нужно выполнить задачу классификации, можно сказать, в режиме онлайн. Получаем вот элемент последовательности, мы должны освоить ему присвоить его к одному из к заранее предусмотренных заранее класс. Конкретно для задач
текстов, обработки текстов, первое, что перевернул, пример, а наверное, видите дальше. Задача распознавания иконовой сущности. То есть нужно, например, обозначить те куски текста, которые относятся, например, к именам людей, организации, locations, то есть, ну, это такая, в принципе, очень заставленная задача. Например, скажем, ну, там, выполнять анонимизацию текста, да, то есть это очень, очень чувствительный момент. Нужно создавать спич, то есть, мемные, переменные, и так далее. И другие задачи. В принципе, конкретно, в моем случае, мне было интересно, точнее, я участвовал, сейчас продолжаю еще поучаствовать, в проекте, который занимается задачей обработки аргументов, аргумент майнинг. Аргументов в смысле аргументов вот, да, в общечеловеческом смысле. Вот. Например, там, я использую Python, потому что это универсальный язык программирования. Вот, в данном случае я использую Python, это утверждение, а универсальный язык программирования предпосылок, который позволяет это думать. Ну, так думать. То есть, в общем, такая задача сейчас, в принципе, она не очень давно появилась, как бы там еще есть куда двигаться. Этим занимается в Германии университете, Гамбургском университете, есть Language Knowledge Lab, там есть, соответственно, такое направление, в котором я тоже участвую. Вот. И, ну, как, зачем это нужно? Можно как мечтать, например, в будущем, когда-нибудь, например, нужно будет освоить системы, которые будут автоматически, допустим, выполнять, скажем, судебные решения. Вот. То есть, или, например, оценивать качество СССР студенческих. Вот. В принципе, вот сейчас мы готовим оценка, которая будет использовать этот движок для того, чтобы, ну, для поисковика. То есть, какой текст является более аргументированным. Вот. Конкретно, моя часть, которая занимается, она занимает, это посвящена задачи детекции компонентов аргумента. То есть просто нужно текст разбить вот такие сегменты, утверждения, предпосылка и там еще есть несколько классов. Вот. В принципе, можно использовать готовый термин для этого. Но у меня было ощущение, что я где-то за пару недель макаю работу самому собрать свой, потому что сложно. Вот, как говорит мой внучок, незнание вас не сражает герой. Мне это заняло больше 3 месяца. Ну, зато я смог далее почувствовать, как это делается, и вот сейчас хочу вам это рассказать. Итак, история вопроса есть очень удобный прибор «Картош». Ну, эта схема просто реализована в качестве примера. То есть просто вот один из примеров, это именно такая схема. Берешь, запускаешь, казалось бы, в чем проблема использовать. Собственно, это вот меня мотивировало на такую достаточно хорошую оценку, неправильную, завышенную оценку времени, сюда перевоз. Тем не менее, казалось, все очень хорошо, но нужно просто сделать, чтобы она работала быстро и точно. Вот. Как это сделать? Дальше, в ближайшие 30 минут, будем об этом говорить. Значит, да, еще такая бумага для того, чтобы, ну, по сути, воспроизвести эту схему на уровне своего ЗА, необходимо ее отлаживать правильно. То есть как это делать? Ну, нужно дать какой-то датасет известный, там, например, с одной стороны известный, то есть тот, для которого бы, результаты которого были понятны. Для имущих граничных, например, это МИС, да, классификация. Все понятно, все понимают. Вот. Понятно, что такое качество МИС 97%, что такое качество МИС 99%. В принципе, он по нынешнему порядку большой, по нынешнему пониманию большой, быстро тренируется. Вот. Так вот, это следует задача распознавания последовательности, это задача мер выше раз понял МИСа. Вот. То есть мер, то есть наверное, это ограничен, шире раз, вот, в его области обозначается задача, которая, ну, собственно, не лицензированная, а общедоступная, бенчмарк. Ну вот, довольно-таки, по нынешнему, опять же,
представлением совершенно нормальной реакции, быстрых вирусов, там, ну, пару часов максимум, например, сложно поверить, порядка 100 тысяч человек, то миллион долларов, извините. С одной стороны, вот, ну, вопрос, какой практический смысл этого ответа для кого? Для того, чтобы, если вы хотите сделать действительно анемию, или конечно, нужно обучаться в других базах, вот, и мне это значит платы, это очень-очень хороший вариант. Окей, значит, теперь мы поговорим, собственно, точность, как сделать более точность. Для того, чтобы понять, как сделать более точность, нужно, что такое точность. Вот это конкретная задача. Вот это для меня было таким очень нетривиальным моментом. И, кстати, как выяснилось, очень нетривиальным моментом для моих коллег в университете Гранта. Поскольку они поначалу предлагали воспользоваться стандартным скором ходи, всякие дела, все это было очень просто. В чем необычность? Ну, для начала вы формат данных, конкретного цели, значит, для того, чтобы, например, куски последовательности, можно делать по-разному, но нужна какая-то конкретная схема маркировки. Здесь вот, которая называется BOI-2, или IO, или BIO, два по-разному называют. Смысл заключается в том, что когда он собирается, например, новый сегмент, например, персон, да, вот, начало тива. Первый токен обозначается значит, символом B, for E, а все последующие обозначаются символом I, типа, внутри. Вот, если элемент текста токен не принадлежит у вас, то он обозначается OPO, поэтому называется BIO. Середина часть и О. Вот. Здесь показано, как это выглядит просто как данные натуральные, то есть это текстовые данные, как они обозначаются. Окей, значит, таких схем на самом деле много. Возможно, варианты. Можно там, выделять первое элемент, выделять, можно дополнительно выделять Е, последний элемент такого сегмента. Можно выделяет это слово S символ одно. То есть, в общем, есть несколько схем. Значит, в тексте статья, которую я читал, чтобы создать эту схему, используется здесь метода BIO2 и модификация, которая выделяется токен символ и единственный выделяется рейс. Далее, вот я смотрел, базировался на двух, опять-таки, мыслимых статьях, которые делают очень похожие схемы, очень похожие качества. Разница в том, что в данном случае для обработки токена на пассивном уровне используется регулярная сеть, типа постоянно, в другом случае используется свертка. Вот. Да, то я могу снять этот гибрид, это не суть. Да, и вот, значит, первая работа вам была, если использовала схема IOVS. Они сказали, что, значит, используют такую схему IO. Сейчас еще раз увидим. Они попробовали обе эти схемы, создали, что качество примерно одинаковое. Ура. Значит, в второй работе, значит, они попробовали схемы тоже такого варианта, создали, что лучше и OPS. И третий вариант, как взяли команда немецкая Ирина Гуленч, они тоже это все воспроизвели, еще раз аккуратно переняли и создали, что лучше схема BOI-2. Причем при этом, как бы, ну, качество этих работ оно очень большое. То есть у них много цитирований, они были представлены на топовых конференциях МОГИ, тем не менее, но вот, совершенно как бы разные. Вот, с одной стороны, общем, разница там совершенно маленькая. Я решил на всякий случай использовать схему BOI-2, на всякий случай, потому что исходные данные были представлены как раз в таком тронке. То есть нужно было анализировать. Вот, это было проще и понятно. Вот, теперь для того, чтобы померить качество, используется такая штука FRM score. Скажите, пожалуйста, люди, кто знает, что такое FRM score? Круто. Ну, окей. А для того, чтобы в задачах геометрии, в задачах статистического распознавания используются ошибки первого и второго рода.
используются такие понятия, как precision и bold, то есть точность выданного прогноза, то есть какой процент выданных значений, выданных решений правильный и насколько он полный. Какой процент из тех, которые должны быть вернуться, должны быть правильны. То есть это прибол. Вот. FN-score — это их гармоническое зрение. Гармоническое зрение значит то, что если один из них сильно деградирует, то это зрение тоже сильно деградирует. Вот. Это нужна ситуация, когда мы не делаем описание преимущества, то ли precision, то ли bold, то есть телефон, ну, Вот, соответственно, нужен менять проект V, нужно делать помещение, то ли precision, то ли bold. Или bold будет FN-score. Вот, тут еще наступает самое интересное. А именно, оказалось, что для меня это было неожиданно, что вот из задач именно таких методов последовательности, как бы элементарным элементом выборки является вот такая самая сущность, которая становится, она, я имею в виду, происходит сравнение не уровня токенов, а уровня вот этих самых уровневых сущностей. Они выделяются в такой вот элемент из двух токенов, дальше во всем происходит сравнение. То есть просто так из коробки вычислить получится, нужно будет собирать, значит, как-то вот различные тексты таких сущностей, потом уже с собой сравнивать, понимать, насколько они пересекаются. Пересекаются на 100% или 50%, и в зависимости от этого принимать решение. Вот. В принципе, реально сделано, получилось. Вот. Ну, в итоге, самое такое классное точное решение оказалось использовать готовый скрипт. То есть, для данной задачи, оказывается, есть готовый скрипт, написанный первым автором бенчмарка, который можно просто запустить и получить точное число. При этом на базе этого скрипта автор отдает уже свет. Вот. То есть там выбирает 98-2004. То есть есть такая ниша, что действительно вот такое точное число. И вот по мере таким образом мы сможем говорить о том, что наши числа вот, высокой доли, они правильные. Такая история. Окей. Теперь, после того, как мы поговорим, мы точно увидели, что мы понимаем, что значит наше число. Наше число – качество точности, поэтому в общем смысле. Мы убедились в том, что выводимое число модели, они являются правильными выводимыми собирами. Теперь начнем отлаживать нашу модель. Итак, модель. То есть, в общем виде у нас есть снова последовательное число токенов, которые попадают в модели, которые в каждом направлении генерируют ответ. Вот такая общая схема триггера, которая получилась. Сейчас она будет каждый трейбол. Он состоит из регламентной оси DLSA, которая получает на вход Water Bands, также получает на вход Charter Level Features, и которого на выходе стоит еще один модуль Prediction Random View. Условное случайное поле. Итак, да, как это работает. Итак, Water Bands. Видите, кто слышал про Water Bands? Окей. В общем, много. На самом деле, когда вы говорите о диссертации, рассылают реферат, и вот читаешь это не всегда, у нас народ слышал про Water Bands. Гринические термины, вот люди, которые работают там, конечно, фидбэк тут более сильный, и мне кажется, в среднем люди более информированы. Open Bands является совершенно такой, что называется, best practice, которая появилась в 2019 году, в таком виде, в котором мы сейчас обсуждаем, то есть претренированные. То есть каждому слову есть слова, или есть некоторые генерации, и это касается соответствует вектор большого размера, 50, 100, 300 значений, которые несут в себе смысловую информацию. То есть весьма очень известная картинка, когда мы можем показывать след объекта соответствующий слово «король», «любимический вектор», соответствующий слово «мужчина», «соответствующий слово «женщина» и получить примерный вектор, который
близок к директору соответствующего слова «королева». Да, вот, то же самое. Смысл? Такие брендинги тренируются на больших массивах текстов, миллиардов токенов. Ну, то есть первый, который такой был портфель, это сильно перетренировал. То есть вообще портфель брендинг были для этого, в общем-то, но они просто инициализировались рандомными значениями, и дальше там обучались задачи, которые мы обучаемся. Вот. То есть, ну, здесь показана схема, как это делается в варианте SIGO. То есть, конкретно, вот у нас есть некоторый текст, допустим, идут подряд три слова, вот, и, значит, смысл обучения такой модели, такой нейронной сети, хранение, угадать рабочее слово. То есть, на то дается представление видео, на то будет большой размерности. Первое и третье слово, например, вот, задача системы выдать подходный кодинг для пропущенного слова. Соответственно, если вот принимается все заблудочное название, это логичный гипотез, кто-то может знать, как это называется, в общем, ну, обычное слово, ну, как бы идея, что близкие смыслы слова, они находятся рядом. Соответственно, ну, там, если это синонимы, то в одинаковых контекстах они будут варьироваться. При таком способе обучения близкие смыслы слова будут иметь близкие значения. Вот. Практические части со временем, что хорошо, то что они можете просто исключать готовые или просто список каких-то даров, или же фаст-текст метод регенерации, например. Вот, и свои, они у вас уже есть. Значит, это все интересно. Что интересно? Вот я для себя открыл конкретно данный проект. Это то, что касается уровня майнинга. Значит, для меня вам интересно общий конкретный с конкретными такими классическими аналогичными признаками. Если это таблица, вот я бы еще на самом деле 2015 года, когда мы время еще не очень нашли вот, практику, различные признаки, которые вычисляются для задачи выделения аргументов. То есть вот, признаки там, могут быть структурные, то есть это значит, мы можем обозначать положение токена, начать цен, его отношение к пунктуации, причем разные синтаксические фичи влияют, то есть, там, строить деревья, парсить деревья, там, и вот, сравнивать. Могут быть различные, там, то, что называется, image models, то есть фиксировать вот, вероятность каких-то вот, цепочек, последовательности слов. Вот. Ну, в общем, другие, да, в принципе, и более-менее стандартные тоже ощущения каких-то признаков и мнений. Вот, что является интересным? Интересно, конечно, то, что здесь показаны две таблицы, значит, для задачи выделения аргумента. Вот в первом случае задача заключается, ну, датасет состоит из набора эссе на 6, кажется, заданных тем. То есть вот сейчас, нет, извините, это были не эссе, это были темы форума. Да, вот есть форум в интернете, это были выбраны тексты, выделены с историей. Тексты аргументируются. Вот. И, значит, вот в первом случае у нас происходил эксперимент с корреляцией, когда в обучающий и тренировочный датасет попадали тексты со всех тем. Вот. Ну, куча обычных признаки там давали вместе с изобретением качества 0.23.6, вот, без изобретения 0.20, только изобретение 0.22. Вот так вот. То есть, в принципе, говорить немножечко улучшает ситуацию. Вот. А другая история заключается в том, что, мне кажется, она намного более реакция, когда происходит cross-domain scenario. То есть, когда мы обучаем
классификатор на детям, а проверяем на шестой. Вот. То есть это как бы, мне кажется, намного более ближе к реальной ситуации. То есть понятно, что мы вот, не можем получить 7 тем, если нам нужно опять же увидеть аргументы и так далее. Вот в такой истории мы видим разрабатывающие слова 20, только в этом. Вот, а значит, только, значит, ну, только фичи, вот и фичи с аргументами примерно в раз меньше. То есть качество в раз, это огромное просто, да? Вот, и о чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле вот эти аргументы, вектора, это пример, что называется транспорт проблем, да, то есть передача знаний, то есть на самом деле все-таки это глубокие нейросети, которые были обучены на огромном массиве текста, и они вот эту информацию ловят. То есть мы таким образом нейросети ориентируем, вставляем знания о том огромном массиве информации, да, Google News, корпус текстов, который большой, точно правильный, он позволяет такие вещи хорошо обобщать. Вот. В общем, да. Значит, ну, здесь как бы указаны разные блин, ну, популярные. Вот у них волос. Процесс, да. И, значит, что еще интересно, можно сказать, выбрали с эмбрейтингом в контексте, опять же, задачи, которые я решал. Я остановился на задаче значит, и вот есть разные стратегии их использования. Усиление капитализации, или как это называется, слов. То есть я не вижу, что просто слова могут начинаться большому, вот, или же можно сделать синоним, лоуркейс. Вот, вот оказывается, что всего слова это такой задачи полагает 30 тысяч слов. Вот, первый случай это был, когда мы прямо интересовал с оригинальной капитализацией, когда у нас нашлось 14 тысяч эмбрейдингов, те, которые не находились, они присваивались слов эмбрейдингу одного года. Вот. Второй вариант – это когда мы берем все слова и их делаем в лоуркейс. В таком случае у нас нашлось 22 тысячи слов. В случае, когда мы действуем немножко хитро, то есть мы говорим о том, что если есть слова «дерево», слова в капитализации, мы берем, а если нет, то пробуем в лоуркейс, вот, это же третий вариант, да, мы таким образом могли найти таким хаком 26 тысяч слов. Вот. И в таком случае оказалось, что улучшается разительно отличается. Вот. То есть, вот, значит, качество в первом случае получилось таким 2 порядка, во втором случае 10-5, в третьем 90. То есть это очень близко, близко к 3 удара. Вот. Второй удар. Кому нужно, берите, берите. Окей, значит, все, что нужно было по эмбрейдингу, мы говорили. Теперь поговорим немножко о элементах нейросетях. Мы будем уже затрагивать в контексте прогнозирования временных рядов. Вот. Регулярные нейросети – это нейросети с обратной связью. Как концептуально. Более подробно значит, в ходе обучения мы можем представлять их идею. Ну, мы этого не видим, но в общем, так оно есть на самом деле. Представляете такого графа прямого. Таким образом, эти нейросети и обучаются. То есть я вижу, что они разворачиваются во времени, и тогда в этом графу течет ошибка в пропагандишн, вот, и они обучаются как обычные сети Кифтор, из обратной связи, вот, и как это делается. В общем, более подробно, хорошие ссылки есть. Карпаты и Андрес-Простоян, очень интересный блог. Вот, можете использовать те, кто кому-либо фотографировать, наберет все эти расстояния, он так будет стоит. Что можно сказать о себе? Наверное, в принципе. В принципе, они используются много чего. То есть, из разных рейтингов. Например, вариант, скажем, one-to-one. Реальный вариант. Будем рассматривать, скажем, вариант мантмейн. Да, то есть на ход сети, допустим, попадает директор, она как-то крутится и каждый раз продуцирует новый вектор. То есть вот вариант, например, называется имидж-кэш. Мы подаем изображение, мы получаем последовательность слов. Вариант номер два, main one. Например,
это, в принципе, фигас, типа, не знаю, степень того, насколько отец является оскорбителем, то есть можно дать вот последовательность Фокина, вот, и потом он покрутится, и мы говорим, что, допустим, вот, оскорбительный или не оскорбительный отец, какого типа оскорбления. Мэнер тоже из сериала, то есть, может, мы вышли на встречу, или, допустим, собственно, наше дебирование слов. Наше отличие от машин translation заключается в том, что в случае машин translation длина последовательности выходного и выходного может быть разной. У нас вот сколько подходит за выходной выход, нам нужно каждый токен разбить. Вот. Что такое RNN? Значит, BRNN значит о том, что в случае, когда наша такая сеть не должна работать в режиме реального времени, но появились последовательность, а мы уже поставили на самом деле две RNN, которые будут работать параллельно, просто одна будет работать в прямом направлении, вторая обратно. Такой называется B. Вот. Значит, да, ну, то есть вариант, что называется ванила RNN, просто поставили все символы на это. У нас есть вход, у нас есть предыдущее состояние, и следующее состояние это линейность от суперпозиции, сейчас взвешенные суммы на таких элементов. Восстаем, сидим, восстаем. В общем, абсолютно гиб. Были изобретены в 1997 году, уже 27 год. Да, чуть-чуть сложнее, ладно, не будем сейчас смотреть. Опять же, если интересно, вот здесь очень хорошо вот описывается. Так, значит, следующий элемент называется Char-Level Features. Значит, Char-Level. Ну, собственно, зачем это нужно? Это нужно для двух случаев. То есть мы хотим обрабатывать, кроме вот WaterBank, мы хотим получить информацию о такой пассивных связи, пассивной зависимости внутри каждого слова. Это нужно для случая, когда у нас есть случай outflows, то есть у нас такого слова нет, ну, как бы здоровье, просто вот выделять, использовать морфологическую информацию о слове. Потому что, допустим, какие-то предлоги, например, да, они влияют на то, что нужно делать решение. Используем в случае функцию convolution, одномерный convolution. Вот, допустим, у нас есть вот x, у нас есть банк convolution памяти сотки, то есть convolution представляет собой такое аккомпанемент умножения и суммирование. Вот, так это происходит. То есть смысл это, в общем, можно создать примерно корреляция, уровень знака, по крайней мере, то есть когда у нас банк и флот одного и того же знака, то умножение получается плюс, и суммирование, они складываются. Получается большое значение. Вот. На уровне значит, для работы символов каждому символу, каждой букве ставится соответствующий рандомный уже эмбрин. Вот. А с ними происходит конвольюшн. Здесь конвольюшн банк размера D. То есть значит, происходит такое компонентное умножение, суммирование и выход этих конвольюшн указывает в розовых красных векторах. Вот, то мы получаем выходной последовательности. У нас есть амбрейн, у нас произошел конвольюшн, происходит выход из конвольюшн, после чего берется маск-клинг, вот, максимальное значение по всей цепочке, вот какие признаки это являются суть Char-Level Representations. Вот. Да. Значит, и последняя история conditional random truth. То есть вот у нас есть регулярная сеть, она получает наход order brain, получает наход Char-Level Features. Она выдает решение, то есть можно здесь поставить softmask функцию и, в общем, получить ответ. Можно поставить conditional random truth. Что такое conditional random truth? Сначала в любой из схем тренирования, которые были перечислены, в общем, зависимости переправила. То есть, например, токен, который размещен как интерим, не может идти после другого токена, который размещен как интерим, тоже интерим, другого типа. Вот это
показано на релатесе, то есть показано количество случаев выборов, когда встречались переходы. То есть вот я, допустим, типа начал Бэрбэшн, а все остальные тоже. Бэрбор, У и так далее. Как видите, вот здесь есть много случаев, когда есть мы. Вот, и большие значения, они просто ошибки выборки. Вот. А для того, чтобы добавить две зависимости, можно построить линейную модель, обучаемую conditional random field. То есть она состоит из, по сути, такая сумма двух элементов, то есть элемент, который интимный, это выход для сети, вот, и элемент, который значит, вызовут сумму, который показан на зеленом, это матрица перехода, transition matrix. То самое, по сути, мы обучаем transitions из класса одного класс второй. Вот. И да, вот. По сути, вот эти transitions, как матрица перехода, это можно интерпретировать как матрицу весов, которую мы обучаем. Вот. Можно ее обучать. То есть в случае, когда у нас есть система вида Pyclops, Shutterfall, с автоматическим дифференцированием, нам нужно просто записать формулу прямого прохода, вот, вероятность, и, соответственно, потом эту вероятность максимизировать. Кстати, эта вероятность еще называется Drive-Input, или Prototype. Кто-нибудь знает, что такое Drive-Input? Скажите, да, кто-нибудь. Чем Drive-Input? Скажите, я, может, не правильно знаете. Что такое Drive-Input? Чем отличается вот Drive-Input от вероятности? Вот я могу сказать, мы можем максимизировать вероятность, а можно сказать, мы можем максимизировать Drive-Input. В чем разница? То, что мы машиной занимаемся. Вот, да? Максимизация Drive-Input это, ну, конечно, на 100%. То, что делает машинёрный. Но, в принципе, это такая серьёзный кусок. Вопрос для футболка. Дай-ка-ка-ка-ка, это просто условный вероятность желаемый выход при таком входе. Вот, и все. Больше ничего. То есть, если у нас есть желаемый выход при отдыхе при условии X, все, у нас есть дай-ка-ка-ка-ка, мы его максимизируем. Мы хотим получить такие выходы, предъявить данные. Вот. Максимизируем с помощью градиентного обучения. Сократили коэффициент, например. Ну да, вот. Мы зададим, опять-таки, если у нас есть обученная такая матрица перехода, мы можем с помощью динамического программирования, например, лидера, находить наиболее вероятную, наиболее вероятную последовательность в решении. Собственно, и, мне кажется, поломался. У нас презентер не выдержал обсуждения Drive-Input. Может быть, давайте помогать рукой, а вот еще вот. Да. Нет. А, вот, слушайте. Я не знаю, но как это... Да, работает. Окей. Да, в общем, собственно, вот, на самом деле, почти финальный слайд, что касается точности. Точно, здесь показаны разные типы эмбеддингов. То есть самый лучший результат у меня получился 98 с эмбеддингами LOW. Это те, которые используются в оригинальной сети. Самый худший WordPack 86-35 точность. Теперь, в принципе, станет понятно, почему столько времени было уделено вопросу качества, как происходит, точно изучалось. Вот данные из оригинальной работы, которая повторялась. У них получилось для эмбеддинга WoW 91.21 немножко получше, но вот для WordPack у них получилось 84.91 немножко хуже. Вот, все эти параметры были выставлены еще раньше. То есть там было подробно написано, сколько нейронов стоит условия, какие после обучения, как уменьшается первый грейд. Вот. В общем, большой еще очень похож. Немножко хуже, но очень похож. Окей. Собственно, да, то есть я считаю, что это то, что мне было нужно.
Теперь могу использовать в тейлерах для своих уже более конкретных задач, то есть как бонусом, минус я потратил много времени, плюс я научился, и я теперь могу кастомизировать просто как угодно, сколько я полностью понимаю, как он работает. Теперь еще буквально пару слов о более физической скорости. Как сделать более быстрым обучение? Очень просто, то есть два рецепта, как минимум, которые вообще известны. Первое, нужно использовать стандартную функцию, да, для, то есть поменьше тон кода, больше стандартной функции. И второе, реализация кода, то есть или там, что, то, что называется машинное обучение, обучение на датчиках. Значит, обучение на датчиках в случае с рекуррентными сетями, точнее с последовательностями, это вопрос, потому что последовательности имеют разную длину. Значит, чтобы этого избежать, обычное решение это дополнять их нулями и потом не обращать на них внимания, то есть при обучении, то есть прекращая версии, когда они делали, но в том числе причине произвол. Вот. Называется набавленная масса. Вот. Ну, то есть сложно использовать фишку PyTorch или LoRaIndex. Вот. Или самый лучший вариант все-таки используется стандартные функции PyTorch, потому что вот такой вариант, когда он используется BI на VSTM, именно BI, да, то есть когда он идет по правому слову, но это может быть не очень корректно. Вот все-таки как бы PyTorch хорошая штука. Кроме того, как выяснилось, это не документировано, но это так, оно работает не только с регулярными сетями, то есть если таким образом конвертированные данные попадаются на обычные модули, то SOSMAX-функция тоже будет работать. Вот, в общем, там презентация будет на сутности, кому интересно, можете встречать и посмотреть эту фишку. Вот. Здесь показано, сколько секунд занимает тренировка одной эпохи. В зависимости от размера патча. То есть, чем больше патч, тем быстрее. Понятно. На моем ноутбуке. Да, ну вот, в общем, вот финальные вышности еще раз. То есть у меня получилось 188, сделать уже больше. Должно было получиться где-то 94, 91, 21 патча. Степ-узар сейчас 91,9. Но это очень дорогой степ-узар, там строятся большие войны, которые на самом деле карты ему еще не интересны. Вот. Планы на будущее огромные. Пробуют разные варианты и так далее. Самая главная ссылка на исходный код, она интересна, можете встречать. Если кто-то хочет помочь развивать, допустим, удобно, если кто-то хочет использовать свой проект, тоже, ну, я считаю, что это больше проект для образовательной цели, чем какой-то боевой. Если вдруг почему-то такой проект не понравится, почему, конечно. Вот, альтернативы, которые есть, самый известный нейромер, также и другие проекты, которые очень похожи. Такая же схема или почти такая же. Вот, в общем, нужно использовать их. На этом у меня практически все. Список литературы. Спасибо большое.